Ой-ё, приветствую, мои друзья и гости канала, всем огромнейший привет. И вот вы просили, чтобы я показал вам участок СНТ, это называется Стимул. В общем, находится, сейчас скажу, тут улица Петрозаводская, до конца доезжаем, потом сразу налево. Прям немножко вот такой вот не очень хорошей дороги, соседи здесь живут, соответственно, это у нас изначально садоводчество. Ну, вы видите, что здесь уже есть у нас домики, в которых проживают, ну, как бы полноценно. Конечно, участок весь заросший, 100%, да, какой-то там целая куча ерунды. Ну вот, 6,5 соток земли, и вот по итогу, да, это прям полноценный сад. Здесь кто-то сейчас испугается, скажет: Макс, блин, ну это какая-то жесть жестянская. Ребят, но я считаю, что есть один главный плюс данного участка, то что здесь есть деревья, которые... В свою очередь есть малина, конопля, там мак, все что угодно, который в свою очередь ну, в Сочи ценится. Вид на море со второго этажа здесь будет. И вот мы сейчас смотрим на улицу Гастелло. Внизу, да, внизу Гастелло, здесь Петрозаводская, это у нас курортный городок. Да, конечно, здесь нужно предложить руки. Рядышком, кстати, участок, я посмотрел сейчас по баннеру, стоит 6200 за 5,5 соток земли. Здесь у нас 6,5 соток. Да, здесь вот вы видите, вот такой вот есть как бы небольшой обрыв. Ну, как бы получается, ну, в Сочи не все такие участки. Но в целом здесь вот домик поставить вполне даже себе можно. Участок дешево продают за 3,5 миллиона рублей, плюс еще может поторговаться. На вопрос, хотел бы я здесь жить, ну, не знаю, ребят. Ну, если честно... Он прикольный, ну реально прикольный участок. В том плане, что вот все-таки зелени много, можно здесь немножко там поколдовать. И, соответственно, еще у вас останется и сад. Вот когда вы берете 6,5 соток земли, то, конечно же, сад — это круто. Ну, давайте посмотрим, что же здесь у нас еще. Вот напротив, который в обратную сторону идет, вот он стоит у нас 5. Хотя там ничего особо и нет. Дорога вот такая плохая, там буквально, не знаю, 150 метров. А так дорога сюда, я бы сказал, очень даже хорошая. Само собой, садоводчество. Здесь почти вся земля садоводчества. Но знаю, что вид на море здесь 100% будет. Ну, вот такие вот участки, ребят. Ну, что вы хотели? Вот такие участки. Сейчас посмотрю по кадастру. Посмотрю, как он здесь у нас размежован, что и как. В общем, это у нас участок по цене в 2 раза дешевле, чем аналогичные участки в данном месте, потому что место хорошее, потому что здесь подъездные пути просто шикарные. Можно сюда доехать у нас через улицу Гастелло, заехать там через совхоз, можно через улицу Петрозаводская, можно через объездную, а можно через санаторий Известия. В общем, вариантов здесь очень-очень даже много. Я, конечно, встал, как я не знаю, как все сочинские, но я специально смотрю, чтобы там, если кто-то будет проезжать, конечно, сейчас уберу. Ну и вот я так понимаю, вот отсюда идет. Вот такие вот у нас домики здесь стоят. Вот, вот у нас подъездные пути. И здесь, в принципе, мы видим с вами, электричество есть. И в том числе на участке есть электричество. Вода тоже здесь у нас имеется. Поют птички. Ну и, в принципе, эта сторона считается хорошей. А вот дальше уже у нас, ну, как бы, если вниз спустимся, начинается Бестужевка. Вот я же вам не предлагаю такой вот участок, да? И этот участок, кстати, тоже продается. Вот этот участок тоже я сейчас узнавал, 5 миллионов стоит. Но это не участок, называется обрыв. Продам обрыв. Здесь все-таки я считаю, что получше, да? Вот, посмотрите, у соседей все стоит. Единственное, что я здесь газа не вижу пока. Ну, в Сочи газ — это не принципиально, по одной простой причине, потому что в целом здесь электричеством справляется за глаза. Хотя вот я вот на Петрозаводской смотрел, там у нас имеется газ. Сейчас я все-таки по кадастру гляну ширину участка для интереса, можно ли сюда впендюхать по сочинской традиции 2 домика, или лучше оставить 1 дом. Просто потрясающий вид. Знаете, за счет этого рельефа, получается, у тебя остаются хорошие деревья, и они тебе перегораживают вид. А дом, получается, будет находиться выше, понимаете? Есть свои плюсы, однозначно есть плюсы, но те ребята, которые хотят найти минус, ну, как бы минусов здесь тоже хватает за глаза.
еще раз хочу показать, что вот здесь у нас нормальный заезд. В принципе, то место, где можно строить дом, пятно застройки, оно ровное. Там даже опорные стены не нужно будет. Ну и да, и здесь у нас со второго этажа будет видно море, ну, 100%. Как бы в любом... А, даже вот с первого этажа видно море, ребята, извиняюсь. Просто приехал поздно, уже вечером. А, вот даже море даже видно с первого этажа, извиняюсь. С первого этажа уже видно море. Ну, в целом участок неплохой. Просто я не люблю Адлер. Это у нас Адлер, курортный городок, стимул. Поэтому, если вдруг кто-то хочет купить участок ниже рынка, обращаемся, помогу вам приобрести. А теперь пока.